Спасибо. Черногорский, Словакия. Господин президент, в течение этого клуба выступил на клубе гость, ну, представляющий российскую власть, и, между прочим, сказал: «Путин – это Россия, Россия – это Путин». Меня бы интересовало, что вы думаете о таком лозунге. Спасибо. Это известный французский король Солнца, да, его звали. Он сказал, что значит, Франция – это я, Людовик XIV, но король Солнца. Но это, конечно, совершенно неправильный тезис. То, что для меня Россия – это вся моя жизнь, это совершенно очевидный факт. Я не могу себя представить вне России. Ни на одну секунду. Знаете, я вот из архива, я уже говорил об этом, из архива подняли, значит, там родословные моих родственников. Вот недалеко от Москвы, там 120 километров от Москвы, это деревня, где жили мои родственники с 17 века. Ходили все эти столетия, ходили в одну и ту же церковь. И я чувствую свою связь с русской землей и с русским народом. И жить вне России не смог бы никогда. Но а Россия, конечно, обойдется без таких, как я. В России много людей. Но если уж оказался там, где я сегодня нахожусь, я считаю своим долгом сделать все для ее благополучия, для развития, для защиты ее интересов.